Тверь стала региональной площадкой Всероссийского фестиваля науки «Наука-0+». Его открытие прошло на базе детского технопарка «Кванториум». Участники фестиваля доказали, что наука может быть интересной и увлекательной. Два дня подростки принимали участие в турнирах и соревнованиях, интерактивных проектах и выставках. Знакомились с престижными научными профессиями и современными технологиями в сфере образования и творчества. Вот так ярко и увлекательно прошло открытие Всероссийского фестиваля «Наука-0+». В Твери это мероприятие проходит каждый год вот уже в пятый раз на базе детского технопарка «Кванториум». И в этом году традиционно фестиваль включил несколько мероприятий по разным специальностям. Это и соревнования по различным направлениям, хакатоны, мейкертоны, проходят выставки, также ряд лекций есть. И, в принципе, просто желающие, которые хотят увидеть, прикоснуться, могут прийти и посетить экскурсию по детскому технопарку. Основная цель – это популяризация науки, научной деятельности, инженерного творчества. Валерия Трегуб – 11-классница. 2,5 года назад девушка всерьез увлеклась наукой. В рамках «Кванториума» сменила несколько направлений и на фестивале решила попытать свои силы в соревнованиях. Я сегодня участвую в турнире по левел-дизайну. Получается, в виртуальной реальности дается набор 3D-моделей, которые мы должны красиво расставить на локации, чтобы получилась красивая площадка. Свои призы, а главное, отличное настроение унесли с собой все участники фестиваля. В их числе и Валентин Щелин, который мечтает о карьере в промышленном дизайне. Ученик 7 класса 21 школы стал призером в конкурсе видеороликов «Дети о науке». Видео школьника посвящено винтовке Мосина. Говорил я о том, где она изобретена, когда делали, сколько делали, какие патроны, какой магазин. Показывал винтовку, в каких войнах участвовала, еще показывал самого создателя. Интересен процесс, как она стреляет, как вот затвор действует продольно скользящий, как он назад-вперед ходит, как патроны выстреливают, какая отдача, какая скорость. Это очень интересно. Соревнования по программированию, робототехнике, 3D-моделированию, пилотированию беспилотных летательных аппаратов. На фестивале увлеклись не только дети, но и взрослые. Это еще раз доказывает, что наука в 21 веке не только изучение по книгам, но и творческие эксперименты. Наша задача – максимально показать ребятам, какие научные направления есть и востребованы в регионе, какие проекты реализуются, какие компании, научно-исследовательские институты, университеты работают в этом направлении, чтобы дать им возможность уже целенаправленно идти к той задаче, чтобы работать в экономике региона, развивать науку региона. Развитие технического творчества детей является одной из приоритетных задач системы регионального образования, отметил губернатор Игорь Уденя. По словам главы региона, это важное условие для того, чтобы молодежь оставалась жить в своем регионе и развивала его экономику.